Настроение радости и предвкушение хорошего вечера царило 18 декабря в ЦСО «Нейтрино». В зале некуда было упасть яблоку в буквальном смысле слова. Здесь собрались энергетики и их семьи. Важность профессии атомщика нельзя переоценить. Ведь именно они не только идут в ногу с прогрессом, но и обеспечивают его по всей планете. В благодарность за труд смоленских энергетиков творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации атомной станции создали великолепную концертную программу. Русские народные и современные песни и танцы, красивые голоса и отточенные движения, виртуозное владение музыкальными инструментами демонстрировали артисты в этот вечер. Конечно, не обошлось и без поздравлений. От всей души хочется поздравить, в принципе, весь город. Все мы рядом с энергетикой, помогаем энергетике, развиваем ее. С этим нашим праздником, Днем энергетика! Также Юрий Васильевич наградил родителей активистов за помощь творческим коллективам в номинации «Спеши делать добро». Им были вручены благодарственные письма и подарки от профсоюзной организации. Атмосфера вечера получилась практически по-домашнему радостная и душевная. Все зрители получили истинное удовольствие от концерта, а артисты – восторг от теплого приема. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.